Друзья, здравствуйте, с вами Настя, вы смотрите Конаково онлайн. Июнь, июль, август, начало и конец обещанной радости. Летом хочется легкости, спонтанных поступков и песка, который ты найдешь на дне рюкзака холодным ноябрьским утром. Чем заняться здесь у нас в Конаково летом и какие пляжи ждут русских туристов в этом году? Давайте спросим у эксперта. Мы отправляем более 10 лет наших туристов отдыхать за границу. Сейчас, например, это Египет, Турция, Мальдивы, Арабские Эмираты и другие открытые направления. С вами можно путешествовать по России? Несколько лет назад мы вошли в реестр туроператоров, и сейчас мы сами формируем туристические продукты по России. Поэтому с нами даже выгоднее путешествовать, потому что мы можем предложить самые выгодные цены. А также мы являемся туристическим информационным центром города Конаково и организуем экскурсии по Конаковскому району. Например, мы делаем групповые туры на сырный завод, на завод по осетроводству, Конаковский фаянс, конюшни, город на воде, у нас интересная программа, экоферма и многое другое. А для тех, кто хочет посмотреть наш город с воды, мы можем предложить различные речные программы, например, экскурсию в Карачарово и Свердлово с высадкой на берег, затопленная Корчева, либо просто прогулка под спецсистемой под гитару или шумная дискотека. А для гостей нашего района, вот назови какую-нибудь одну экскурсию, которую обязательно нужно посетить. Одна из самых любимых – это, наверное, экоферма в Завидово. Очень пользуется популярностью именно для гостей, которые приезжают. Расписание экскурсии можно посмотреть на нашем туристическом портале Welcome Конаково, либо в социальных сетях. Также вы всегда можете нам позвонить, либо прийти к нам в офис. Друзья, если вы хотите наполнить свои 90 дней лета яркими впечатлениями, обращайтесь в агентство Go Travel, которое находится в бизнес-центре «Маяк» в городе Конаково. Здесь вам помогут подобрать ваш идеальный отдых. С вами была Настя. Всем пока!